chocolat de bonheur. Six heures du matin. C'est une heure pour rentrer, hein? Как мальчиком. Выключи свет. Свет. Какой свет? А, свет. Держи. Филипп, я же просил тебя говорить по-русски. Батюшки, нанял меня в 901-м. Нанял, Филипп, нанял. Нанял. Филипп! Да. Радио включи. Радио. Руководителей вождей рабочего класса, вдохновителя, организатора наших славных... Коник Бангелев. Просил, чтобы я с вами только по-французски говорил. Нашел. Это нечто совершенно изумительное, как говорил ваша маман. Прошение гостя. За последние две недели в Подмосковье зарегистрировано несколько случаев. Несколько случаев внезапного появления шаровых молний. Непрошенные гости исчезают так же неожиданно, как и появляются. Появляются, нанося большой ущерб народному хозяйству, здоровью и даже жизни трудящихся. Направление движения огненных шаров находится в прямой зависимости от активности расположения вблизи предметов. Вблизи. Предметы. Существует мнение, что явление это не что иное, как часть хорошо продуманной диверсии. Передаем и подготовленной. Передаем концерт заявкам тружеников села. Солнце нежно с морем прощалось. В этот час ты призналась, что нет любви. Мне немного взгрустнулось, без тоски, без печали. В этот час прозвучали слова твои. Я не стану злиться. В этом виноват и ты, и я. Утомленное солнце нежно с морем прощалось. В этот час и призналось, что нет любви. Я не стану злиться. Это мы на пути, и
Документы какие? Срочно! Танки идут там! Ты знаешь, который час? Лишь лекарство надо принять! Котова надо срочно! Танки идут! Что случилось? Катя! Эй, хлеб не дамы! Уйди там, уйди там! Уйди там, уйди там! Дай меня, но хлеб не дам! Уйди там, уйди там! Товарищ Котов! Ты чё? Вы должны... помочь нам. Какой, танки конечно. Идут по полю. Какие танки? Наши танки. Наши. Ну, кроме вас никто не может остановить. Ой, здрасте. Вот нет, только я могу танки. Вы, больше вот, никто. Вот, спасибо тебе, дорогой. Прав, у меня один выходной, спасибо, пошел. Ладно, танки. Нашел тоже. Козла, отпущение, да, танки. Просят очень даже хорошо, просят, чтобы вы пришли. А председатель у вас зачем? Председатель да. На дирижабль. На дирижабль? Да, там... НКВД приехала. Ну и что? Вот он ахает-охает. Ахает-охает. Да, плачет. Да, плачет. Вот. Все, плачет. Все зависит один только от вас. Один день выходной. Нет, надо. Ну что, куда бежать? Вот лошадь. Чего? Вы без седла-то можете ездить. Прошу. Ну, приехал. Выходной день. Нет? Ай-яй-яй, Ариса моя. Ой-ой. Здорово. Эй, как они зовут? Мальчик. Опа. Папа, стоять! Ай, мальчик, стоять! Ладно, догоняй давай! Папа, куда ты? Куда ты? Папа! Ай, фига! Папа, стой! Один день выходной! Еее!
надо Котова поднять. В бане найти Котова надо. Ты что, дурел, что ли? Ты! Баран! Вали, пока тебя не пристрелил, понял? Я тобой сейчас жопу вытру, товарищ старший лейтенант! Да я что? Смирно! Да я тебя ты сейчас... Что, блин... меня... Ты что, меня... Ты меня что, не знаешь? Я не узнал, может быть? А теперь, а? Узнал? Еще... Стоять! Кто командует? Я. Что? Этот комбриг, товарищ Лапин, командует. Лапин? Ну ладно, где связь? Связь. Половая, ёб! Связь где? Ой! Почему мы стоим? Кто? Ага. Это кто? Это кот в пальто. Кто? Ага, Котов, это Сергей. Здравствуй, Миша. Котов? Так точно. Кто? Так точно. Это что же? Я, милый, тут столбы валяю. Стенку представляю. Кто? Ты не... Да-да. Миша, может, ты еще будешь пленных брать, а? Может, ты еще будешь города бомбить? Вот, старшинина, старшинина со мной согласны, а? Согласен. Согласен. Кто? А? Я? Ты вот давай вот стой, Мишенька. Ты меня хорошо помнишь? Очень хорошо меня помнишь. Так вот, слушай меня, мой дорогой. Поворачивай свои машины и придумай другое решение. Понял меня? А ну, повтори, пожалуйста. Вот так. Вас как зовут? А? Зовут, говорю, как? Миша. Виноват, Коля. Я тут вам, Коля, нагрубил немножко. Уж меня извините, пожалуйста. Что это вы так улыбаетесь, глупо, Коля? А ты, красавец, уши отращивай, чтобы дорога была лучше видна. Понял. Я его сразу узнал. Может, ты так ругался? Я ругал. Я как когда? Надя, разве я ругался? Я, например, ничего не слышал. Ну, так что ж такое? Ну, он был такой возбужденный, он кричал: «Хлеб, поле, колхоз!» Ну, я-то при чем здесь, Ольга Николаевна? Я что, Мичурин, что ли? Ну, вот, вот удивительная вещь. Приказ, милая, надо выполнять, понимаете или нет? Ух, я им арбуз ставлю. Как же они меня послушают, а? Между прочим, арбуз и мне могут вставить. И очень правильно сделают. Серёнка, арбузов нет, а они будут позже. Чего? Забудь. Ну, да, ну.
идет. Ой, семейка, а даже дядька твой Маруся, хоть и профессор отголовный. А я совершенно не понимаю, зачем нужно ходить в эту грязную деревенскую баню, когда есть чудная чистая ванная. Знаю. И Суворов, и Кутузов, и Пушкин, все они мылись в бане. Знаю. А ребенку маленькому в бане делать совершенно нечего. Всеволод, почему все время молчите, а? Ну вы как Швейцария, сытый и безразличный. А как раз наоборот, я голоден и страстен, как цыган. Вообще, вот, Константин, всегда сядете на самой дороге, еще ноги... Ё-моё! Да, наш Кавдив прав. Совершенно сумасшедший дом. Как же не выбрасывать это? Ты посмотри, сколько. Ты посмотри. Еще траву напихала. Что ты даже узнаешь, что она помешана на лекарствах. Ей доктор прописал железо принимать, а она гвозди варила и пила отвар. Да. Вот даже отравиться. Загорянка? А, как загорянка? Какая загорянка? Ну, может, загорянка? Мама. Ой, мамочка. Молодой человек, простите, пожалуйста, скажите, это хлам? Хлам. Еще какой хлам? Какой еще хлам? Поселок, да, художников, литераторов, артистов, музыкантов. Сокращенный, друг мой, хлам. Сейчас идет. Как соленого теста. А что такое? Признание. Наш правосудие. Ну что это? Вот это принесли пионеры. Товарищу Котову. К завтраку. Признание, мать правосудия. Это же придумать надо. Все. Нельзя ли без комментариев? Ну и богу, язык погубит тебя. Я всю жизнь считал и читаю, что презумпция невиновности является основой любого права, включая римское, которое я имею честь преподавать. Ну перестань, судовство какое-то, ну перестань. Олечка, Оль, как она меня пострижала? А ты считаешь, что уже нужно? Ну, видишь, я уже... Боренька любил, когда я его стригла. Мама, у моего брата всегда была ужасная прическа. Да, но она была... У нас снова была чистка. Чисто. Пол кафедры выгнали за недостаточное знание первоисточников марксизма-ленинизма. Меня не тронули. Извините. Надюша, это струэн твой. Сейчас я вам покажу. Ну, давай. Ну, смотрите. Ну. Ой. Браво. Очень хорошо. Да, так вот о чем я. Мама. Я хотел сказать очень важное. А, да. Ну, вот и я. Это с носу, это как шинель, это с носу не будет. Ну, не зашитое. Все замечательно. Не сердись. Я тебя прошу. Хотела показать модель. Ну, иди. Это будет очень красиво. Конечно. Я расстроена.
хотелось показать настоящую вещь. Она уже заметна настоящая. Теперь не забачкай. Вам идет. Правда? Да, очень. Лёля. Началось. Разъяренная девственница страшнее тигра. Она зайдет гвоздь. Мы однажды найдем отравленный труп. Доброе утро всем. Доброе утро. И с праздником, господа. И... Пардон, товарищи. Мохова! Где Мохова? Не надо, Катя. Сухарики. Катя, не надо. Позвольте сухарики. Сегодня такое готовится. Праздник сталинского Дини. Жабля! Что? Правильно. Дин. Что с вами, Кирилл Ильич? Это танец птички, прилетевшей на дирижабле. Прелестница наша. Какое интересное слово. Лестница, прелестница, чудесница. Как богат русский язык. Как вы считаете, Сергей Петрович? Потом. С праздником. Да. О, что? Мама, ну скажите ему, что он придирается? Мама? Ну, действительно, вы не правы. Не правы. Сергей Петрович, Кирик вообще не принимает в рот спиртного. Просто никогда, никогда. Ничего не говорите. Потом сегодня праздник, да? Праздник, жарко. Знаете, что я вспомнила? Знаете, что я вспомнила? Ой, я вспомнила, как в детстве его качал великий князь Дмитрий Павлович. Да. Качал, качал и накачал с утра. Всем, Васильевич, а вы как Петя Трофимов. Помните, у Чехова был такой Петя. Вишневый сад. Да, вечный студент. А вы вечный доцент. Ваши друзья уже, пардон, давно академики. О, нет, это не мои друзья. А мои иных уж нет, а те далече. Долго. Какой долг? Я давала газировщице. Мама, почему в пальто? А, я примеряла. Такая жара, вы в пальто. Ну, надо было показать. Интересно. А? Не надо. Я отдам завтра, честно слово. А? А чай горячий? Кирилл, а ты после портвейна всегда что-нибудь по утрам чай пьешь, а? Вы знаете, Сергей Петрович, пьянство не надо расценивать как порог... как говорили, как порог воли. Это значит, как движение огорченной души. Прелестница. Прелестница. Кирилл, а ты у Маруси-то 5 рублей одалживал? Чего не отдашь? Нехорошо. А? Вы хотели завтракать один? И чай холодный, между прочим. Да ладно. Ну чего? Вот обиделся. Люба. Любочка, а что же вы не сказали, что вы к нам? Я бы вас подвез на лесопеде. Очень романтично. А, если особенно лесопед дамский. И без рамы. Ага. Ну и что? Ну я не знаю, я на велосипеде без рамы никогда не пробовала. Сам. Идем мы купаться, идем мы купаться. Так точно. Здравствуйте. Купаться, ешь, нет? Это не я. Купаться? А как же? Я тебе привычу в порядке. Что ты мне разбрасываешь? Ну что, Любочка, реферат наш получился. Ну все, товарищ Котов. У нас на кафедре его портрет. Да. На коне? Нет. Нет? Из коня, пешком. А моего портрета у вас случайно там нет? Вы кто? Я? А я тот самый конь в пальто. Ой, шутите все? Потом скажу. Да, Мохова,
Лекарством твоим конец. Борис Константинович французское привозил, забыл от него. Не плачь, Мокла, пожалуйста, не плачь. Я папе скажу, что папа привез еще таблетки. Да, папа привезет. Ой, пионеры, Мокла, не плачь, пионер не плачет. А масло, а Даня? Пионеры. Какой-то праздник сегодня. А? Не знаешь, как? Ты знаешь, я как-то их праздники не понимаю. Я знаю, что день чего-то очень большого, советского такого. Я даже лягу что-то. Да, конечно. У меня что-то голова как-то... Ну, ложись. Что-то кружится, ты знаешь. Лягу. И вот Надя... Надя, она все праздники знает, все. Так... Боже мой! Чей запах я слышу? Неужели это будущая пионерка и отличница, девочка Надя? Откуда вы меня знаете? Ну, как же я могу тебя не знать? Будущая отличница из отличниц. А может, вы лезете в Дед Мороз? Да. Надя, я волшебник из Магриба. А что такое Магриб? Ну, Магриб – это страна летних Дедов Мороза. Советская? Ну, конечно. Все летние Деды Морозы живут только в советской стране. А зимние? Ну, зимние тоже. А может быть, вы доктор? Вполне. Может, вы доктор нужен? Ну, что, жива еще? Жива. Моя прабабушка и Лёля её лекарства утопили. Господи, что, тоже, что ли, живы? Да, ещё как. Мокла! 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 Прочь с дороги, девственница! Вас кто приглашал? Кто? Аттандерку заморозьте писать! Что вам здесь нужно? Молчите, многоженец. Как, в каком смысле? Лети, Варя, с праздником доблести прабабушки! Прабабушка, я еще не бабушка! Катя! Катя, кто-нибудь? Ну что? Почему обязательно добрый? Ну почему? И ты здесь, любитель сладких вин. И не капризный бензин. Позвать кого-то, Надя. Мелодина. Что это? Ты. 34, 15, добавочный 19. Что он сказал? Это рабочий телефон, он на службе не сказал. Здравствуйте!
вы? И обманите! Дмитрий, я должен вам... Сел, Константина! Я не съем! Наконец-то, Митя, наконец-то! Или кто тише? Познакомься. Вот это мой муж Сергей. А это тот самый Митя. Друг нашего дома, любимец отца. Его ученик. Котов? Очень приятно. Я тоже. Впрочем, мы же знакомы. Ну как же, помню. Как вы знакомы? Да, это было давно, мимолетно, и в прошлой жизни. А это кто? А вот это наша дочка Надя. Надя, может звать меня просто дядь Митяй? Дядя Митяй. Кири, закрой. Дмитрий, жемчужины твои, они свержены. Не свержены еще, нет? Мокло, пыль ты не вытираешь, да? Кто-нибудь? Я не вытираю пыль! Вытирай пыль, как всегда! Подождите, подождите, подождите! Новый год, 27 на 28. Новый, перед моим отъездом. Подарки все распихивали мы. Ну, сюда я спрятал. Конфетку. Мохова. Да? Спрятал. Конфетку спрятал. Я тебя очень прошу, воды кипяченой, да, я умираю, хочу попить. А Филипп с тобой? Филипп со мной, сейчас я все расскажу, только умою сейчас бороду эту проклятую. Старый стал. Да я его молодым-то и не видел никогда. Витюль! Ого! А ты женат? Я женат. А дети у тебя есть, Митенька? Есть. Сколько? Трое. Ваньку какой-то молодец. Музыку не бросил? Я! Yeah! Должен спросить, что же все эти годы? Вы... Стара, все обсуждали. Ну, ничего, потом. Дядя Чай! Дядя Чай! А ты что будешь? Чай с вареньем или кофе с молоком? Я буду кофе с вареньем. Ничего себе! Бабушка! Рахманинов и говорит, это чей же такой ребенок симпатичный? Я говорю, это Борис Константинович. Он говорит, о, какой хороший мальчик. Передайте Борису, он ему брюки купил. Кофе или чай? Да я вообще водички хотел попить. Ну нет, я ничего не буду. Ну, что, нет, спасибо. Спасибо, я поздно завтракал, спасибо. Приятного аппетита. Это папа на место. Надя, тебе не стыдно. Папа, а ты ведь Кирика выгонял? Да, Кирика давно, пора. Ну, Кирика... Пора было. Дмитрий. Да. Ну, я не отбыл. Ну, Ольф. Дмитрий, вот вы вчерашний брат... Сережка, вот, Сережка. Тебе же спросить.
Маруся, а? Тебе что-нибудь налить? Нет? Угу. Нет. Кажется, ты... Вот это? Да. Ну, пустяка. Да. Ну, так что? Ну, что, купаться? И так полдня потеряли. Купаться. А, как? С удовольствием. Где твои самые? Ну, что? Там, вот, сейчас, вот, там. Купаться. Да. Да. И все как прежде. А ведь ты совсем не изменился. Как прическа другая. Да. Я смотрю, вы тоже особо не меняетесь. Ну, нам-то, ну уж. Нам-то меняться. Да. Все как прежде, все та же газета. Что? Сегодня, 17 часов, на открытой эстраде парка имени Дядя Василий состоится торжественный концерт произведений композитора Миняева, посвященный 6-й годовщине всенародного праздника сталинского дирижаблестроения и воздухоплавания. Вот, свободны! Праздником! Дорогие товарищи! Не дам! Не дам! Плохого не дам! Это наше место, Саша! Не надо, это наше место! Это наше место! Товарищ! Товарищ! Который час? А, Танечка! Ой! Вольно, 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 ребят, сейчас праздником. Праздником. Праздник. Праздник. Ну, пожалуйста, не суй мне куклы. Я ведь еще, я уже не маленькая. А что я тебе должна совать-то? Слава богу, еще как раз куклы играют. Что капризничаешь, Надя? Все, не маленькая. Как я хочу стать пионеркой, да поскорее. Почему? Как почему? По горам вставать, даже скул купаться. Да, под оркестр в гробу лежать, кто сказал. Почему? Ах, ну, как почему? По горам вставать. Сергей Петрович, по свистку праздником ты купаться. Барабан шагать, баян ведать. Если хорошо все это делаешь, то в гробу будешь лежать под оркестр. Почему? Марусь, я на мостки схожу. Послушай-ка, дядь Митяй, что ты такое говоришь? А что ты говоришь? Не приставай, а? Я пристаю. Ты пристаешь. Ничего себе. Ну и ладно. Сидите вот тут, а я пойду. На, держи, играйся. Надя, Надя! Что? Ничего. Иди. Внимание! Нашедшего белого пуделя по кличке Филимон просьба обратиться на дачу номер 17 к сторожу профессора орденоносца Калюты. С праздником, дорогие товарищи! Да мы надулись, а? Чего случилось-то, а? Мама прогнала. Тебя мама прогнала, да? Ай-яй-яй-яй-яй, мама нас прогнала. Ай, какая злая мама. Небось, приставала. С вопросом.
сейчас. Да им же поговорить хочется. Они старые товарищи. Давно не виделись. А тут Шнурок пристал с вопросами, да? Давай-ка мы с тобой лучше на лодочке покатаемся. Сергей! Не надо, ну я же этого не люблю. Пусть купается здесь. Марусь! Ну, мы сами разберемся, ладно? Мы разберемся. Ты загорай, пока отдыхай. Мощные бронзовые плечи. Не, я понимаю. Белоснежная улыбка, портреты во всех учреждениях. Как все это рушится. Одним щелчком. Ольга Николаевна, а помните, Маруська, вот такой была? Конечно. Месяца два ей было, что ли? Ну, мне, соответственно, 10 лет. Вы меня подвели к ее колыбельке и говорите, вот, Митюль, это Мусенька, познакомимся. А я палец вдруг к ее ладошке подношу, а она цап, палец. В глазах там дело открыло. О. Потом пукнула и говорит, подойдите ближе. Что ты себе несешь? Ну, как я могла в два месяца что-то сказать? Ой, сказала, сказала. Я не сказала, так подумала. Ну, это что? Вот этого раньше не было. Чего? Это так. Крышкой задела. Какой крышкой? Грубо. А вот интересно, если их попросить, они еще громче смогут это включить? Это в воде надо делать. Ну, чтобы кровь не свертывалась. Муся. Маруся. Муся. Митюль. Гроб. Гроб. Гражданская оборона. Что? Опять учения проводят. Химическая атака. Уходите. Уходите. Заберут. Ну, еще далеко. Заберут! Опять! И опять! Опять шланг наденут!
Ольга Николаевна, я боюсь. Опять противогаз наденут. Ничего, Катенька, мы успеем. Они нас поймали. Насильники какие-то они. Катя, насильщики. Обороны, какие насильщики, насильники. За грудь меня хватали. Да, ну, подумай, за коленки. Катя, другая бы рада была. И что ты говоришь? Ольга Николаевна, что вы говорите? Какие? Рада. Подумаешь? Я девушка. Они меня хватают. Душа вся, да. Все в округе, значит, да, ты девушка. Да, надо об этом говорить. Какие пяточки-то у тебя, а? Круглый, нежный, красивый. А у меня? Ну, ты только глянь. Ну, ты видала? Как подошва. Жесткие, стертые, блин. Хоть папиросы обнигайся. А ты что, давно побегал? Ну, да, и ходил, и бегал. А куда бегал? Ну, то за ними, то от них, то за ними, то от них. А у тебя до старости такие пяточки вон. Почему? Почему? Бен-бен, мать. Вот такие круглые будут у тебя всегда. Потому что будет аэропланов много, автомобилей, трамваев, троллейбусов, метро. Будут дороги ровные-ровные. Туфельки будут удобные-удобные. Носочки будут мягенькие-мягенькие. Почему? Ну как почему? Потому что мы для этого и строим советскую власть. Чтобы у всех людей до старости были круглые-круглые пятки, вот как у тебя. И бегать, чтобы ни от кого не надо было. Иди себе потихонечку, иди. Только учись хорошо. Почитай родителей. И люби свою советскую родину. Правда? Угу. А мне с тобой хорошо. Мне с тобой спокойно. Мне с тобой так легко. Я обожаю, преобожаю. Ну, вот с тобой так и будем плыть всю жизнь, да? Только с мамой, да? Ну, конечно, с мамой. Обязательно с мамой. Куда же мы без мамы? С инвалидом. Да, да, конечно, конечно. Половина второго. Спасибо.
не тюль. Уговаривал тебя вернуться. Ты не хотела. Я остался. Что, не помнишь? And yet the salt of most and righteous tears had left the flesh in. Ты же не помнишь. А ночь мы провели в сарае у бакинщицы. Нашу первую ночь. Что было дальше? У меня был с собой томик Шекспира, Гамлет. Я читал. Она плакала. Ты плакала. Еще и соль ее бесчестных слез на покрасневших веках не исчезла. А знаешь, что я больше всего запомнил? След на твоем животе. А зачем ты это все мне рассказываешь? Не знаю, зачем. Марусь, я просто думал, что раз для меня тут жизни нет, ну и значит, ни для кого ее нет. И никого в той жизни не осталось. А вы, оказывается, все есть. И все у вас как прежде. Только без меня. А меня что же вычеркнули, да? Ластиком. Стерли. Не надо, не надо.
Нужны? Я раненый. Носилки? Тяжело. Тяжело? Носилки? Да. Противогаз? Есть. Держитесь. Есть. Вперед. Да. Секундочку. Товарищ, с хоботом. А я как же? Как же я? А что с вами? Я убит? Убиток не берем. Как не берем? Носилки! Противогаз! Теперь ранен. Ой. Вперед. Ой! Ой, как все болит. Вперед! Вот, вперед! Вперед! Ой, куда? Отпустите меня! Меня сейчас! Девушка! На передних носилках, как вас зовут? Вперед! Я занимал вперед вас. Ты посмотри, и туфли оставили, и мячик оставили, и книжку оставили, и без нас ушли. Да. Папа! Чего ты? Куда ты так спешишь, бежишь? Надюш, разве я бегу? Я иду так спокойненько. Да, не успеваешь? Ну, давай я тебя возьму на ручки. Давай. Вот так вот. Как хорошо. Вот так. Вот и пойдем. Пойдем, пойдем, посмотрим. Где же это может быть, да? Папа, а ты представляешь, если бы я забыла книжку на пляже? А, да. Мне мама сделала. Ага, сделала. Папа, больно. Где тебе больно? Ну, где? Ну, где? Ну? Ну и характер у тебя, Надюша. Вот мать права, характер у тебя будет здоров. Ой, вот, да. Пап, ты мне весь живот дает. Пап, смотри-ка, Я дядь Митяй штаны висят. Да. И рубашка его. О, видал, как это висит. Или штаны, или дядь Митяй уже повесил. И рубашечка. Ну-ка, так, повесь-ка. А как же я его повешу? Ну, ты как-нибудь. Вот так вот, прицелься и повесь. Ну, как же я повешу? Вот. Ну все, я боюсь. Ну все. Снимался с Мусей музыкой. Ну, когда я была в городе.
комнате-то все было очень серьезно, да. Легато, стаканка, педализация, аппликатура. Ну, и однажды я вышла, не знаю, почему-то задержалась, и вдруг слышу, что вы играли, Митя? Мама входит, да, а я маленькая, я была такая, как я надо. Я маленькая, делаю так. Обедайте, что же вы никого не подождали? А... Я Маховых хотел позвать, да я же по-французски не говорю. Пока. Здесь салфеточка. Угу. А ты, Махова, по-французски говоришь? Вижу, парень. Тогда ты тоже иди. Вам помочь?
Мужики! Мужики, у меня тут этот самый... Адрес смылся, а? Помогите, за Горянкой, за Горбахой деревней. Есть же вот с утра вот по всей округе, вот так вот. Откуда ты здесь взялся? Нету здесь. Жена рубашка потеряла. Твой адрес какой? Выезжай отсюда, объезд здесь. Выезжай отсюда быстро. Я понимаю. Выезжай отсюда. Выезжай отсюда. Со сцены. Ой, какое было время. Какое было время. Да, время и сейчас неплохое. Ну вот, общий аромат. Вкус жизни. Это исчезло. Навсегда. Вас послушаешь, послушаешь. Какая же у вас жизнь-то была хорошая? Хорошая. Что ж вы-то район не защитили-то, ребятки? Точно. Ну как, вот то есть. Ну как, что же вы ее защитили? Мы защищались. Как же вы защищались-то, когда... Как же, почему же вы бежали-то? А? Кто бежал? Ну вот вы, почему же вы бежали? Вы вооруженные, антанты поддержанные, такие все крепкие, в погонах. Чего же вы бежали от нищих, полуголых, неграмотных людей? Вот я, например, никогда военному делу не учился. Никогда, нигде. Вот, никогда. А гнал вас от Урала через Сибирь, гнал и гнал, гнал и гнал, и ничего, и гнал. Знаете, это вопрос философский. А! Правильно. Академик ты мой, вопрос философский. Да. Вот так вот вы всегда, потому что вам предложить было нечего. Вы хотели, чтобы было так, как было. Да, человек? А почему? А потому что вы думали, что все рассосется. Вот так она с собой возьмет, да рассосется. А не рассосется. А теперь воспоминаю. Ай-яй-яй. Какая была жизнь. Как нам было хорошо. Как нам было прекрасно. Конечно, некоторые из вас-то молодцы. Правильно дело поняли. Стали служить революции. Умело, честно, не за страх, а за совесть. Да? Сергей Петрович, да. Между прочим, я хоть и был комиссован из армии. Попускостой. Ранение? Имею. Бильярдный. Ром. Что же это все спорите, спорите, товарищи дорогие? О, Надя. А вот знаешь ли ты, Надя, как бы тебя называли, если бы ты жила во Франции? Ну? Надень. Неправда, Надья. Вот что, Надья, иди-ка ты сюда. Иди, я тебе сказку расскажу. Опа! Сказка. В 39-м царстве, в 30-м государстве... Жил-был мальчик, звали которого Ятим. Он замечательно пел, играл на разных инструментах, любил стихи. А родители его дружили с одним очень добрым волшебником по имени Сироб. Без хвоста. Без хвоста. И очень нравился маленький Ятим доброму Сиробу. И взял он его в свой дом на воспитание. И стал учить его
волшебной музыки. И полюбили они друг друга, как отец сына и сын отца. Вот такая, Надин, история. Скоро у Сироба родилась дочь. Да. Оп. И назвали ее Ясум. Какое смешное имя. Угу. Дом у Сироба был большой, светлый, шумный, веселый и, конечно же, счастливый. Как наш. Как наш. Как ваш. Но однажды все это кончилось. И кофе на веранде, вот из таких же белых чашек. И шарады, и крокет после обеда, и чтение вслух под пение сверчка, и споры, и смех, все, все, все кончилось. А кончилось потому, что пришла война. С кем война? С буржуинами? Да это не важно с кем, Надин, а важно то, что Етим ушел на фронт. И все это время и в окопах, и в госпитале, и в разных странах он каждый день, именно каждый день, Надин, вспоминал большой дом и сад, и лица, и даже старого сверчка, которого так все ругали, когда он мешал читать. У нас тоже есть сверчок, вон там. Только это другой сверчок. Он веселые песни поет. А тот пел грустные. Выпьем, Надь. Ума сошел. Выпьем, выпьем, выпьем. Выпьем. Так вот, 10 лет он О, а тут уже. Он скитался по разным странам. Чего он только не делал. Водил такси. Играл на фортепиано в ресторанах. Пел на улице, танцевал в кабаре. Даже тапочки шил. Спасибо. И все это время он безумно тосковал по этому дому. Ну, к тому дому, где он жил раньше. А через 10 лет он вернулся. Родители его уже умерли. Но они погибли в той войне с буржуинами. И ему некуда было больше идти. Он прямо с поезда побежал в дом к своему учителю. Была зима. И кроме снега он ничего не узнал в своей стране. Так она переменилась. Только дом был как прежде. Сбирай сердце. Он позвонил. Звонок. И дверь ему открыла девушка. Такой красоты, которую Етим не встречал нигде и никогда. Хотя объездил сколько стран. Ты кто? Спросил изумленный Етим. Я Ясум, ответила красавица. Неужели ты та самая Ясум, которая писала из панталона или засыпала, сидя на коленях у своего отца, когда он учил меня музыке? Да, я та самая Ясум. Проходи, мы давно тебя ждем. Хотя папа наш очень болен. А Етим стоял изумленный и смотрел на красавицу Ясум и не мог вымолвить. Знаю, что было дальше. Что было дальше? Они поженились. И? И? А вот и нет. А вот и не поженились. Почему? Потому что не успели. Потому что вызвал Етима к себе однажды всесильный и важный человек. Кто? Кто? Кощей. Не, он все-таки не такой важный, как Кощей. Леший. Нет, не Леший. Я не помню, как его знали. Вызвал он ее к себе в большой дом и говорит: вот что, товарищ мой ненаглядный Етим, поезжай-ка ты туда, не знаю куда, и сделай-ка ты то. Не знаю что. Правильно. А Етим ему в ответ: да как же это так?
Всесильный мой господин, то есть товарищ. Я уж наездился, навоевался. Ну, дома хочу жить. Тихо, с семьей. А он говорит, по-мещански рассуждаешь, дорогой, иди. По-мещански. А что такое по-мещански? Ну, неправильно, значит. Плохо, плохо рассуждаешь. Иди, плохо. Тебя на родину пустили не для того, чтобы ты гнездышко свое мещанское, плохое, вил. Так что собирай-ка ты свои вещички. Давай-ка, браток, пиши заявление собственноручно. Не делите на размышления, а не то. Голова с плеч. Правильно. Вот и пошел детин домой. Пригорюнился. Походил, походил, чернее тучи. Подумал, подумал. Ну, собрал вещи, да и уехал. Так ничего никому и не сказал. Почему? Потому что нечего ему было говорить, Надин. Много он видел крови и беды. И очень он не хотел, чтобы беда и кровь пришли в любимый дом. А еще потому, Надин, что было ему всего 27 лет. Как твоей маме сейчас. Очень хотелось жить. А как же принцесса? Принцесса? Принцесса поплакала, поплакала. Поплакала, поплакала. Ну, и замуж вышла. За кого? За Кощея? Угу. Ну, за того самого, которого не помню, как звали. Thank you.
после сна будем играть в футбол. Я? Как ракетные порошилки. Футбол, значит, да? Угу. А что же не ракетка раньше? Потому что папа говорит, что ракет и теннис – это буржуазная игра, а футбол – это не буржуазная игра. Да, молодец. Кто молодец? Да папка твой. Молодец. Да. Папа всегда молодец. Знаешь, мы завтра в зоопарк собираемся с папой. Ты ведь знаешь, я зимой в зоопарке 100 раз была уже. А летом никогда, потому что мы на даче. Там бабушек даже в Москве один раз носили, они в обморок упали. Я же могу показать. Далёко-далёко на озеренце, и в этом роде жена. А там тоже есть. Где? Вот здесь. А что такое ядан? Ядан это... Ты подумай. Так это от тебя вином-то пахнет. Неправда. Правда. Неправда. Правда. Надя, неправда. А бабушка не спит? Ах, вот от кого пахнет вином. Кто пьет, тот закусывает. Ой, ты туда же. Ты у папы хорошему лучше учись. А ну-ка иди поиграй со сверстниками. Лид, ну ты меня понял? Будешь? Нет. А ты что, правда женат? Не женат. Наврал, значит. Наврал. Понятно. Наврал. Наврал. Спят все. Сонные. Царство. Карамельку хочешь? Помнишь? Курить стал. Пропал ни строчки. Где служишь? НКВД. Ты шутишь? Я тебя серьезно спрашиваю. Ну, где служишь? Под Парижем играл, ресторанчик маленький. Сейчас здесь, под Москвой, в Подольске. Ну, так бы сказал. Я помню. Ну, а ты где? Я. Тут рядом дом отдыха есть, кино кручу. Вот ты куришь, а волос у тебя хороший. А у меня беда. Когда вернулся? 1/2 года. Чего ж не наведывался? Повода не было. Ты шутишь, что ли? Ты знаешь, что с ней было? Ты ее руки видел? Она все вены резала. Она год-то нет, больше года тебя ждала. Это потом уже. Комдив это появился. Цветы, консерватория, рестораны. А куда денешься? Герой. Ты что ж, ну совсем вернулся? Ну, совсем. А с ней как? Хотя комдивы Бурага очень подошли. Ты чего? Больно же! Прости. Не рассчитал. Мне же вечером на работу.
Наре-да-да-дам. Можешь? Давай. Самостоятельно. У него был выбор, и таких было много. Его бы арестовали. У него не было другого пути. У человека всегда есть два пути, Маруся. Можно сказать, можно промолчать. Можно поехать, можно остаться. Всегда есть выбор. Почему именно? Ну, я не знаю, Маруся, уж много лет прошло. Но потом, ты помнишь, отправлялось сюда много людей за границу. И посольство, поспредство, журналисты. А потом он... У него был опыт жизни за границей, языки. Марусь, ну давай переедем на казенную дачу. Ну давай. Там, знаешь, как хорошо. Порядочек, все чистенько. Заборчик такой... Чехольчики беленькие, бильярдик, волейбольная площадочка, охрана. Никто просто так не придет. Кто на меня в Кремле смотрит косо. Ну что, Марусь, ну я комдив. Ну ты Марусь, ну ты погляди. Ну, ну это что, ну просто как нищий. Ну смотри, ну что, хочешь старушку с собой возьмем? Давай. А? Скажи, вот если бы тебя так, ты бы уехал? Оставил бы меня, Надь. Значит, поехал. Я же военный человек. А Марусенька... Поехал бы, потому что я... Родину люблю. Он поехал от страха, чтобы живым остаться. Ты разницу понимаешь? Любимая. Жду креста. Понимаешь разницу? Молодец. А позволь, дорогой друг, Надин спросить тебя. Умеешь ли ты бить чечетку? Пойдем, я тебя научу. Пойдем.
Смотрите. Чего-чего? Мить. Я хотела... Марусь, я все понял. Все понял, все знаю. Скоро уеду. Ты Сергея попроси, чтобы он на пару слов спустился. А вы что, уезжаете? Если честно, Вадим, то нет. Тебе я врать не могу. Вечером приедет за мной машина, я уеду. Ура, машина! Только это у нас с тобой секрет, да? Никому ни слова. Военная тайна. А? Надь, ну что? Иди, погуляй немножко. Нет. Хорошо, Надь, ты знаешь такую игру? Кто дольше ногу протянет? Вот такой, набираешь воздух. Ты вдыхаешь, я считаю. Я вдыхаю. Я считаю. Да. А давай попробуем. Так, глубоко, давай. Тихонечко ускоряй. Раз, два... Три. Звал? Ага. Ничего. Ну, в общем, так. Никому ни слова. Ты гость. Веди себя, как подобает гостю. Машина придет, вместе уедем. Добро? У нас сегодня футбол. Ты в футбол-то играешь? Играл когда-то. Ну, значит, поиграем в футбол. У нас сегодня воскресенье, у нас вчера футбол играет. Да, Надька? Сергей Петрович, вы еще не поняли? Все понятно. 2 часа еще до машины. Что время тратить? Футбол. Футбол! Ну где эта птичка? Улетающая с дирижабли. Так, папа, подожди. Чего найдешь? Смотри, что у меня. А, молодец. Здорово, Надюша, здорово. Молодец. Пап. Чего? Подожди, смотри, что. Дядя Митя ничего не умеет. Нет. Надь, перестань. Папа, покажи. Покажи. Не стесняйся. Так, стоп. Смотри, Надюша. Смотри сюда. А так умеет твой дядя Митя? Дались птичку, летающие на дирижабле. Футбол. Эй, мужик! Да. На Загоринку правильно еду. Чего? Я говорю, на Загоринку правильно еду, или на Загорянку. А тут нет таких деревень. Ну как нет? Мне... А так? Да мне показали уже. Мне показали, мне там Гребнево, там у меня Шурин живет. Какой Загоринка, Загорянка. Мне туда деревень сказали. Чего? Вон туда мне сказали. Чего? Треть твою мать. Вот туда вот сказали мне ехать. Где мужики уже? Слушай, ты хрен тебе, где не встать. Где? Ну. Где? Слушай, ну, меня внимательно, я тебе русским языком говорю. Вот туда поедешь, там будет Петряева, потом Куземля, потом Петрова, а потом Горяева. А за Горинки нет, а иди отсюда, Горяева? Я сказал. Костел! Что? Я тебе пахну за дурак! Я не могу.
Странно. А? Может, вы чего не поняли? У вас же один час остался. Вы его на что тратите? А ты что думал, я буду бумажки что ли жечь, да? Или стреляться захочу? Меня другое интересует. Ты сюда сам приехал, или тебя заставили, Андерсон? Что? Казусник. Хренов. Что ж ты... Что ж ты свои сказочки-то не рассказал? Что с 23-го года завербован в ГПУ? И как тайный агент. По кличке то ли пианист, то ли музыкант. Сдал нам 8 высших чинов белого движения. За своей помощью их похищали, привозили сюда и тут расстреливали. Без суда и следствия. Как контрреволюционеров и врагов трудового народа. А вы их таковыми не считаете? Я считаю. Только я против них 4 года воевал. А ты воевал с ними, за них. А потом всех сдал. 8 человек. Генерал Курнев, генерал Вейлер, Машков. Всех. Сергей Петрович, уж кто-кто, а вы-то знаете, что меня заставили? Кто? Да кто ж тебя заставил-то, ангел ты мой? Я тебя в 23-м году знать не знал. Слыхать про тебя ничего не слышал. Тебя купили. Пошло купили за франки. Не смейте так со мной разговаривать. Я просто сюда рвался. Вот в этот дом. Мне обещали, а я, дурак, поверил. Ваши дружки мне обещали, говорили, сделай это. Мы допустим обратно, как потом обманули. И все отняли. Все. Жизнь, профессию, любовь, Марусю, родину, веру. Все ты отнял. Ах, вот ты для чего сюда приехал. Насладиться. Обидой своей насладиться. По капельке, по глоточку выпить. А потом, бац, вы арестованный гражданин Котов. Я, между прочим, пошел на должностное преступление и вас предупредил. Врешь! Ты опять врешь. Ты ведешь себя как последняя, блядь, опять. И нашим, и вашим. Чтобы я потом учел. Ты же знаешь, чем все кончится. Кто меня тронет? Кто меня тронет? Героя революции, легендарного комдива. Кто меня тронет, Котова? Ух, я тебе все это напомню. Ух, я посмотрю на тебя. Не через 5, когда ты, ползая в собственном говне, собственноручно подпишешь признание, что ты с 20-го года являешься немецким шпионом, а с 23-го еще и японским, и что ты диверсант и организатор покушения на арестанта Сталина. А если не подпишешь, сука,
то мы тебе напомним, что у тебя есть жена и дочь. Папа, папа! Пионеры идут! Тебе! Папа, пионеры твои идут! Какие пионеры? Чего? А где дядя Митяй? А дядя Митяй мячик нашел. Надь, а ты знаешь, чем мне обижаются в этом доме? Постоянно. Папа, папа, твои пионеры идут, скорее! Митя, пошли! Дядя пошли! Митяй! Пойдем, пойдем, пошли. Пойдем, все, пойдем. Пошли! Я тебе не сильно попал? Нет, нормально. А чего тебя раньше давай, послали? Пошли, чтобы вы по своей дуре и глупости не наделали. Обыск будет? Да, завтра. Почему завтра? Потому что ты не при мне. Понятно. В общем так, никому ни слова, пришла машина, вместе уехали и все. Хорошо. Обещал. Отряд героя революции и гражданской войны, большевика-орденоносца, легендарного комдива товарища Котова для торжественной клятвы лично товарищу Котову построен. Раз, два. Два. Мы, юные пионеры-ленинцы, отряда имени героя гражданской войны, верного ученика и соратника товарища Сталина, большевика-орденоносца и легендарного комдива товарища Котова, девочка, это дача номер 9. 9, 9, 9, 9, 9. Я вас давно дожидалась. Мы к один Митяем приехали. Сейчас я его позову. Дядя Митяй! Давай. Приехали. Дядя Митяй, на мою машину пришла. Да, значит, ехать пора. А где папа? Я не знаю, что... Нет, сейчас нас. Дядя Митя, можно я у вас посижу в машине? Можно. Спасибо. Я буду рулить! Ура! Я буду рулить! Бабушка, ты слышишь? Я буду рулить! Митя. Зачем ты эту сказку выдумал? Знаешь, я как-то взял постель твоего отца. Тогда уже был очень болен. Был в забытии. Он вдруг открыл глаза. Взял меня за руку. Сказал, как обидно. Я прожил такую долгую, такую интересную, красивую жизнь. Господи, что же я вижу перед смертью? Какие-то поезда с гусями. Как обидно. Как глупо. Потом выяснилось, что это были его последние слова. Почему ты это мне никогда не рассказывал? Я много чего тебе не рассказывал, Маруся.
Ну, до чего? А кто же знает, может быть, деточка? Дочка поплыла. Ворота дает. Угу. Олю буду катать. Угу. Улить буду. Угу. Что-то вы там живете? Жду. А может, вам бабушка на пирожка привезти? Спасибо, не надо. Надя! Наденька! Только не говорите, что я была за воротами, хорошо? Иду, иду, бабуль! Бойкая девчонка. Я же говорю, дочка. Не видел его? Видел, не видал. Ну, она видит? На портретах? Понятно. Папа, ты меня звала? Нет, тебя папа звал. А где? О. Где? Что ж ты меня как не пугаешь? Ну, где он? Ты как мальчишка где, прыгаешь. Где? Вам, не знаю, по-моему, себя... Кто ты моя? Лёля. Да. Сколько я могу ждать, извини. Лёля? Извини. Ну, чего наливать-то, когда он холодный? Ничего. Папа! Пап! А вот ты где? Чуть чистая чашка стоит? Выпил. Да. Выпил. И не закусил. И не закусил. Куда собрался? Все, куда ты уезжаешь? Машина пришла. Да? Я вот тут в Москву. А твоя машина? А моя машина приедет завтра в 9. А у меня дела? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8. 8, вот так. Пап, давай тогда быстрее мне здесь метит. Скажу, что я буду тоже рулить машину. Ты рулить до поворота. Пап, давай быстрее. Пап, а ты вот помнишь... Мне Митя мне рассказывал сказку, помнишь? Ну. Ну вот, помнишь, там были смешные имена очень. Ну. Ну вот, и знаешь, это, ты знаешь, вот, а знаешь, если бы я была в этой сказке, знаешь, как меня звать? Как? Я Дан. Ах, это да. Что значит? Это значит, наоборот, Надя. Ну. Ой, да быстрее. Пап. Ты знаешь, что? Мы с тобой завтра не сможем в зоопарк сходить. У меня дела? Тюх, не обижайся. Нет, в следующий раз пойдем. Утконос. Ой, какой утконос. Папа, умеешь такую игру играть? Какую? Ну, смотри. Вот, соглашусь и люди. Как это? Ну да, да. Чего? Ну вот уже задыхать, иду здесь. А что за игра такая? Это кто больше протудит? Кто дольше протудит? Да. 3, 4. Я маленькая, мне 2 раза можно. А мне 3 раза можно, потому что я маленькая. 3, 4.
Ничего себе. Пап, давай быстрее. Ага. Нас там ждут ведь. Поехали. Ага. Поехали, Надюш, поехали. Меня зовут Всеволод Константинович. Это вы за Дмитрием Андреевичем приехали? Как славно. Позвольте полюбопытствовать. Какая же организация присылает такое авто? Областная филармония. О-о-о. Соля. Филармония. Соля. Да, да, да. Где же вы, дни весны, любви, флармон, сладкие сны, юные грезы весны. Ты куда собрался? А вот и мы. Так а машина есть пока, так я же съезжу с ними, давай. А почему ты при параде в ординаторе? Курить вредно. Марис, ну все тебе нужно знать, а? Там запомни. Лучше на груди, чем на подушке впереди. Ну что, поехали, сказочник? У меня к вам просьба. Привезите, пожалуйста, к ней вот такой... Не наш, это замы. Кто? Птичка, улетающая. О, Марис, как всегда. Как всегда. А мы проводим. Рабочий забудь. Ну скажи, ну-ка скажи, Грушева Люба. Грушева Люба. Все... Молодец, скажи, Грушева Люба. Ну-ка давай. Грушева Люба. Молодец, все, скажи, комдив. Комдив дурак. Тихо, дурак. Тихо. Что? Кошмар. Наля, это ты эту машину, да? Это чья машина? Да, моя. Ой, какая прелесть. А это вот познакомьтесь, это мои товарищи. Очень приятно. Здравствуйте. Здравствуйте. Ой, пойдемте к нам пить чай на террасу. Лучше будет видно, как ты ведешь. Хорошо. Дмитрий Андреевич, гитарку-то. Махала! Ну, Митя! Не спели сегодня ни разу еще. Да, не пели, действительно. Давай, ну, запивай. Сейчас, тебя прошу. Давай, я? Ой, давай. Ой. Ну? Вечерний звон, вечерний звон, как много дум наводит он. В краю родном, где я любил. Горе.
она плачет. Ой, наверх красился. Бонд. Сам слушал звук. Надя, до поворота и сразу же домой! Не зри, мне светлых дней, весны обманчивой моей. Молодец. Ну что, Надя, спасибо, что нас прокатило. Алексей, тормози. Все, давай, беги домой. Тебе мама ждет. Ну ладно, папа, все, пока. Пока. Извини, пожалуйста. Вы вообще в зоопарке были? Че? В зоопарке были? А как же? А что сбежали, что плохо кормили, что ли? Надя! Ну-ка, что? Можно со взрослым разговаривать. Нехорошо. Извини. Поехали, поехали. Надя, иди домой, мама. Ладно, пока. Ты что, моя? Будешь я отравиться? Вот, не буду я отравиться. Митя? Нет, спасибо. Служивый, коньячку, нет, справить? Не пью и не курю. Ну, водителю я не предлагаю, так что. Ну что, ребяшки, с праздником вас! Сталинского воздухоплавания и дирижабельстроения. Оружие есть? Оружие есть, я спрашиваю? Ну, да как же, ты что, очумел, я же комдив. Есть, конечно. Сдайте, пожалуйста. Михаил, вы заряженный, да аккуратно. Умеешь обращаться? Саныч. Ох, ребятушки. Закат какой, день какой хороший завтрак будет. Может, споем? Митя, может, поем? Поем сюда. Нас утро встречает прохлада. Нас ветром встречает река любимая, что ж ты не рада? Не рада, любимая? Ай. Уже куда мы едем вообще? Может, ребятки, в Араклию, а? Я приглашаю. А?
А знаешь, ты, Митюля, телефончик какой? 24-37. Нет. Нет. Не знаю. Ты не можешь знать, Митюля. Потому что это прямой телефон товарища Сталина. И вот завтра... Нет, сегодня еще. Я по этому телефончику позвоню, и такое, ребятушки, начнется в вашем департаменте. А? Ну да. Повезда с гусями. Ох, ребятки, ребятки, будет вам и гуси с яблоками, и куры с потрохами. Что ты, козел, там раскорячился-то, а? Сходи, проверь. Есть. Какие глупости, Сергей Петрович? Да уж, какие там глупости, Дмитрий Андреевич. Они уж все сделаны глупости. Бензин весь сжег! С утра езжу! Здрасте! Жена рубашку постирала. В кармане адрес был. Я не помню, не то Загорянка, не то Загоренко. Да не знаю, здесь нет ничего никакой ни Загоренки, ни Загорянки. Никто не знает ни хера! Живут здесь мандалаи! Этих спросил, посылают, эти туда, эти туда, вот так езжу с утра, целый день. Никто не знает ни хера. Погоди, браток, ты... Мне обиднее. Ты я человек... бензинчику немножко выявил, человек... все, я съехал в... Чего ты ищешь? Товарищ Котов, это вы? Погоди, а... Может, на горе? Я не помню, никто за... Если на горе, это в другую сторону, я сейчас тебе покажу. Сидеть. Да ты что, очумел, что ли? Сидеть, блядь! Рви губы! Здорово, сука! Стоять! Назад. Товарищ, товарищ, я ничего же, товарищ. У меня же это, я адрес размылся. Вот. Я же это просто подработать. У меня путевки есть все. Сейчас я все, у меня документы. Стоять! Руки за голову. А? Руки за голову. Я ему руки. Товарищ, товарищ, у меня его... Я только у меня размылся адрес. Товарищ, у меня все есть, у меня путевка, все, все тут, мама, в машине, все. Это ведь, я ведь только, мне ждут там, заказчик ждет, хозяин. Мне бы только, я с утра же он меня ждет. У меня же все в порядке. Я, товарищ, товарищ, я же, даже,
там в машине правду комдив, товарищ Котов. А? Там в машине правду комдив, товарищ Котов. Да не. Похож просто. Документы. Что? Документы. Да вот, да у меня все в порядке. Товарищ, вот. Жена. Товарищ, да куда же мы права там? Товарищ. Товарищ, товарищ. Давай, быстрее, поехали. Где? Я. Сели? Ага. Пошли. Встаньте. Все. Вадим. Хорошо. Билетером только тебе работать. Ты смотри, что вы думали. Еще немного бы избежал. Ну, это ж как заехал, а? Ну, мартист. Машину поперек. Пиджак порвал. Прям по носу. Че он там говорил-то? Рубашку постирал, что-то. Записку. А главное, как натурально-то. Мартист. Ну, слабый черт. С детства еще. Ну, все-таки молодец, Андреич. Я ни за что бы не допер. Голова. Ну, что значит образование-то? Вражье семь, а? Сейчас бы ехали вместо вот его. Сами. А я пиджак порвал. Писать не люблю эти объяснительные.